ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Мы сегодня с мамочкой и с папочкой будем открывать мою новую Барби. Такая у нас появилась новая кукла Барби. Лерочка ее очень долго-долго ждала. Давай ее открывать, посмотрим, что она умеет. О, получилось. О, вот. Эта Барби должна менять цвет волос. Да, вот, видите? Да. У нее разноцветные волосы, и когда их мочишь, они должны немножечко вот менять свой цвет. Давай посмотрим, что там есть в наборе, да? Да, только сейчас я попробую успокоить, помоги. Давай посмотрим, что тут есть в наборе, да? Смотрите, это заколочки. А это что? Ну, это тоже такие заколочки? Это чтобы делать рисунок на волосах, да, у куклы, да? А это сама? Это заколочка, это расчесочка такая красивая. А это резинки. Тут черная есть, розовая и белая. Давай и тут уже пшикалка. Пшикалка. И тут вот такие. Хочу расческу сейчас. О, получилось. Расческа. Вот, держите. Вот такая расчесочка. А это уже... логотипом Барби. А это уже открепилось одно. И вот. Пшикалка. Пшикалка. Вот такая пленочка. Пленочки еще прям куда открыть. Это заколочка такая. Помогите мне ее высунуть. Вот она там прилепилась. Такая. А тут заколочка, и... сюда трафареты вставлять можно, да? Ага, тут еще инструкция. Вот я ее открепила. Ой-ой-ой-ой. Вот прикрепили насадочку, да? А теперь нужно попшикать водичкой. У меня сидит в салоне. В салоне красоты сидит твоя Барби, да? Бери теперь пшикалку. Где тут дырочка? Давай я подержу куклу. Что-то получилось. Дай посмотри. Ничего у нас не получилось. Вода не сильно холодная. Там написано, что вода должна быть меньше 5 градусов. Надо еще холоднее воду сделать, наверное, что ли. Сейчас попробуем сделать волну на волосах у Барби, да? Мы взяли холодную-холодную водичку, потому что у нас с первого раза не получилось из-под крана водичка. Нам нужно, чтобы вообще ледяная-ледяная была. Теперь тихонечко снимаем заколочку. Оп! Смотри, получилась волна. Получилось. А давай все волосы Барби попшикаем холодной-холодной водичкой. Ну, давай, пшикай. Так, давай. Изменился чуть-чуть цвет? Немножечко темнее стал, да? А давай теперь попробуем теплой водичкой попшикать на волосики, как оно изменится цвет. Давай. Он наоборот, похоже, светлее. Светлее становится, да. Вот как от теплой водички поменялся цвет волос у Барби. Да, но она мне... Thank you.
общем, Барби уже вся мокрая. В общем, что мы хотим сказать? Не сильно хорошо получается, да, делать рисунок на волосах у Барби. Ну ничего, можно просто пшикать и менять цвет. Или холодная, только нужна холодная-холодная водичка. Прям ледяная, с морозилки мы брали. Или теплые тогда, чтобы светлые были волосы. Но нужно очень тоже теплую горячую воду, горячую-горячую. Ну а так вообще кукла красивая, да? Тебе нравится? Да, только я хочу, чтобы у нее был темный цвет волос. Она потом поменяет на темный, наверное, когда высохнет волос. Ну ладно, я пошла. Всем пока-пока! Пока-пока!